купил в розетке такую флешку и уже даже не успел до дома дойти. Хочется распечатать и снять в экшн-камеру. Это Transcend Micro SDHS стандарт UHS-1. Здесь указано, что 30 мегабит в секунду. То есть для экшн-камеры, в принципе, для Full HD еще подходит. Там поток 25 мегабит. То есть у нас с запасом. Полезно иметь офисные ножницы с собой. Без переходника. Ну и сейчас я поставил в экшн-камеру. Она уже снимает. Все, погнали снимать. Поскакали.